Добрый вечер. Вот сейчас мы рассчитались за ресторан. В Будве ресторан называется «Перла». Будва. Заранее взяли расчет, потому что здесь так принято. Вообще получилось, у нас 13:40. Это у нас, значит, кофе. И сейчас принесут томленную свинину со всеми специями, со всеми там. Гарнир будет хороший. 450 грамм. 450 грамм, да, большая. Да, и капучино взяли. Два капучино. Одно блюдо томленой свинины, оно вроде бы большое, посмотрим, должно хватить. Вот, ну ресторан хороший, ресторан такой, стиль такой интимный, ночной, притупленный свет, притушенный. Вот, а значит вверху вот такое зеркальное отображение потолка. Такой вот виде, такой стиль. Недалеко от моря этот ресторан, в районе старого города Будвы. Там, где находится отель «Магрен» и отель «Авелла». Подождем немножко, когда принесут блюда. Ну вот, принесли нам томленую свинину под соусом с картофелем фри и салатиком. Вот такое вот. 4 кусочка. Сейчас посмотрим, какой на вкус. Кофе выпили, кофе очень вкусный. Так что приятного аппетита всем и вам, и нам.